Вас приветствует Динара Оксанова. Сегодня я познакомлю вас с традиционной испанской кухней. Оставайтесь с нами. Spanish cuisine is based on the Mediterranean diet that is considered to be very nutritional and healthy food. The promenade along Barcelona beaches is lined with seafood restaurants, very popular with locals. Now we have a difficult task. What restaurant shall we choose to taste traditional Spanish food? At first glance, all restaurants seem to be very good. Finally, I've chosen a restaurant. Обычно в Каталонии преподносят хлеб, намазанный помидорами, оливковым маслом и солью. Очень вкусное сочетание. Попробуйте, убедитесь сами. В качестве напитка предлагаю вам остановить свой выбор на испанской сангрии. Испанская сангрия – это среднеалкогольный напиток, который состоит из вина, свежих фруктов, льда, немного сухого ликера и бренди. Cava or Spanish sparkling wine can be used instead of red wine. There is a saying, delicious sangria and fun atmosphere. В качестве первого блюда я выбрала мили. Мили считается очень полезным блюдом, которое очень богато белком. Эти мили приготовлены в морском соусе. This paella seems to be really delicious. Паэлья – это традиционное испанское блюдо, в состав которого входит рис. Паэлья может быть из овощей, мяса или морепродуктов. Наибольшей популярностью пользуется паэлья, которая состоит из морепродуктов. Давайте отведаем это вкуснейшее испанское блюдо. Так как я не являюсь сладкоежкой, то на десерт я заказала свежую устрицу и бокал шампанского. Устрица, как правило, подается в сыром виде и опрыскивается лимоном. В конце трапезы в этом ресторане вас обязательно угостят вкуснейшим тортом и рюмочкой травяного ликера. С вами была Динара Оксанова. До скорой встречи!